Это невероятная демократичная игра. В отличие от многих других видов спорта, для нее не требуется специально оборудованного зала и дорогого инвентаря или экипировки. Достаточно просто взять мяч и выйти на улицу. Возможно, именно поэтому эта игра так популярна и День футбола отмечает во всем мире. В Орехово-Зуеве этот день также не прошел незамеченным. 10 декабря Центр культуры и досуга «Мечта» встречал любителей футбола. Морозовцы устроили настоящий праздник для своих воспитанников, их родителей, тренеров и всех, кто поддерживал школу с момента ее создания. Футбольная школа «Морозовец» открылась в 2018 году. В ней занимаются ребята в возрасте от 3 до 10 лет. На сегодняшний день это более 150 юных футболистов. За всего лишь полтора года существования школы ее воспитанники достигли значительных успехов. Участвовали в различных турнирах по всему Подмосковью и на стадионах столицы, побывали в Воронеже и Ростове, занимали призовые места. И на будущий год у морозовцев большие планы. В марте готовимся к международному турниру в Беларуси, где будут участвовать команды из России, Беларуси, Латвии, Италии, там, Грузии. Порядка 32 команд. Сейчас 2011 год у нас к этому турниру готовится. Также у нас старший возрастает 9-10 год будет дебютировать в первенстве Московской области на чемпионате. Ну а маленькие, они все младше возраста, также ко всем различным всероссийским турнирам мы готовим. С успехами коллектив «Морозовцы» поздравили представители администрации городского округа, духовенства, руководители городских предприятий. Я вас со всей души поздравляю со всеми вашими победами, которые вы своим трудом, своим спортивным характером завоевали в течение всего 2019 года. Я желаю вам процветания, я желаю вам новых побед. Желаю, чтобы ваши успехи, ребята, очень радовали ваших родителей. В этот вечер на сцену для награждения поднимались все команды футбольной школы. И, возможно, не каждый станет прославленным футболистом или тренером, но спортивная закалка, дисциплина, ответственность, целеустремленность обязательно пригодятся во взрослой жизни. А еще футбол – это море друзей и масса эмоций. Мы все время куда-то ездим, играем, выигрываем. Радуемся, когда занимаем призовые места. Когда забиваем в первых финалах, мы так радуемся, как будто выиграли уже первое место. На торжественной церемонии благодарственные письма и памятные подарки получили родители и тренеры юных спортсменов. Зажигательные выступления подарили танцоры хореографической студии «Импульс». А известные футболисты, многие из которых начинали свой путь в мире большого спорта в Орехово-Зуеве, специально для морозовцев записали поздравительные видеообращения. Желаем процветания вашей школе, а вам успехов. Любите футбол, стремитесь, идите к цели. Никогда не забывайте свою футбольную мечту. Слушайтесь тренера, и у вас все получится.